Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на робот-пылесос от компании Tefal. Он обладает богатым умным функционалом. А еще подружим его с голосовым ассистентом Алиса от Яндекса. Давайте вместе будем разбираться, как это все работает. Модель данного робота-пылесоса Tefal Explorer серии 80 Total Care. Давайте для начала посмотрим, что у нас идет в комплекте. Аккумулятор. Сам робот-пылесос, а на нем закреплен бак для воды и микрофибра для влажной уборки. Зарядное устройство, дополнительный фильтр и щетка для очистки. Боковые щетки и зарядная док-станция. Пластик качественный, но при этом достаточно прочный для ежедневного использования. С фронтальной части находится подвижный бампер, а под ним скрываются датчики сканирования пространства. А потому робот отлично ориентируется в любом типе помещения и фактически не соприкасается с мебелью. Сверху расположена кнопка включения-запуска и индикатора состояния. Внизу находится основная V-образная щетка, которая может быть снята и очищена. Колеса имеют активный протектор и достаточно большой ход. По контуру находятся датчики высоты, что ограничивает передвижение робота у края лестницы. Он подъедет, развернется и уедет в другую сторону. В столовой части находится бак с водой. Его при желании можно снять, а также контейнер для мусора. Снимается в одно движение, а также легко очищается, при этом удерживает внутри до 99% аллергенов. Док-станция удобно имеет резиновые ножки и позволяет роботу без труда парковаться. Если же робот-пылесос поймет, что заряд подходит к концу, он сам вернется для зарядки. Ранее я упоминал, что под подвижным бампером находятся датчики сканирования пространства. Они используют систему навигации Smart Exploration 8.0. Робот-пылесос строит подробную карту помещения, вплоть до комнаты и расположения мебели, чтобы осуществлять уборку по продуманному маршруту, покрывая каждый сантиметр и уголок для обеспечения наилучшего качества уборки. Не говоря уже о том, что сможет избежать столкновения со стеной, столом, стулом и не запутаться в занавесках. Время, затрачиваемое на изучение пространства площадью 100 квадратных метров, составляет примерно 20 минут. После изучения помещения робот автоматически возвращается на док-станцию и происходит построение карты помещения в приложении. С точки зрения пользователя, это еще и позволяет в мобильном приложении выбрать именно ту комнату для уборки, что необходимо. Ограничивать зону уборки тоже можно, обозначив все в том же приложении необходимую зону, либо добавив no-go в зоны. Робот исключает зоны, где находится корм для домашних животных. Можно исключить из очистки тонкие ковры, зону с большим количеством препятствий, кабели или хрупкая статуя, цветочная ваза и так далее. Кроме этого, вы можете использовать умного голосового помощника Алиса от Яндекса. Уборка станет еще удобнее, а настраивается все максимально просто. Скачиваем приложение Tefal Robots. Оно доступно в Google Play Store и Apple App Store. Создаем аккаунт, выбираем модель нашего робота и осуществляем сопряжение робота с Wi-Fi. В приложении Яндекс открываем вкладку «Устройство», выбираем «Умный дом», нажимаем «Плюсик», далее «Добавить устройство». В предложенном списке выбираем Tefal Smart Home. Нажимаем «Объединить аккаунты». Зайдите в приложение, используя аккаунт, созданный на втором этапе подключения. На данный момент поддерживаются модели пылесосов от Tefal Explorer серии 40, серии 60 и серии 80. Выбор команд достаточно обширный. Вы можете попросить как запустить уборку, так и сменить режим уборки. Проверить статус пылесоса и есть ли отложенные команды. Например, пропылесосить через 2 часа. Это упрощает жизнь в разы. Сама уборка может проходить в двух форматах – сухая и влажная. Для влажной уборки контейнер легко наполняется водой, и данного объема хватает на достаточно большую площадь квартиры. Тип напольного покрытия может быть любой. Небольшие пороги пылесос аналогично может преодолевать без особых усилий. Благо, подвеска имеет два независимых колеса, так что при перевешивании одного из них, второе будет компенсировать. Режимов уборки предусмотрено 3. Эко плюс – экономит электропотребление до 120 минут работы. Стандарт плюс – удаляет все загрязнения до 90 минут автономной работы. Буст плюс – для чрезвычайно интенсивной уборки до 60 минут работы. Выбирайте именно тот, что подходит в данной ситуации лучше всего вам. По итогам могу сказать, что данный робот-пылесос от Tefal – это возможность вам приобрести по-настоящему умный робот-пылесос, который получит максимум технологий и сделает вашу ежедневную уборку легче, проще, ну и, конечно же, удобнее.
Даже голосом здесь управлять можно. Поддерживается умное голосовое управление через Алису от Яндекса. Ну и, конечно, обратите внимание на всю линейку в целом, потому как каждый из роботов-пылесосов там достоин внимания. Ну и как и наша моделька. На этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте чекнуть актуальную цену по ссылке в описании, поставить большой палец вверх под этим видео, подписаться на канал, внизу есть красная кнопочка, нажать на колокольчик 2 раза, а также написать свое мнение в комментариях. Несколько доп. Роликов тут, нажимаем на один из них и перемещаемся к какому-то новому интересному гаджету. Совсем скоро увидимся, возможно, даже через несколько секунд, если нажмете на одну из них.